Распаковка посылки с сайта Мыло Опт. Так, мы уже открыли верхнюю часть коробки. Угу. Смотрим, что здесь происходит. Что-то да, видимо, все вывалилось. В пакетике остался только кофеин. Ну, посмотрим, все ли пришло. Вот, дозаторы. Но они почему-то отдельно от баночек. Не знаю почему. Так, что здесь еще? Тыквенная паста. Силикон флюид. Еще одна тыквенная паста. Масло виноградной косточки нерафинированное. Гидролат алоэ. Один из любимейших. Еще одна баночка для дозатора. Собственно, вот еще один. Дозатор. Еще один дозатор. Да. Да. Ага. Экстракт огурца для проблемной кожи. Ну, что-то, видимо, протекло, потому что он липкий. Чабреца экстракт. Так, что это? СО2 экстракт зеленого кофе. СО2 экстракт можжевельника. СО2 василька. Угу. Масло семян ежевики. Экстракт грейпфрутовых косточек. Используется как легкий натуральный консервант, между прочим. Так. Ой, фильтр. Амцинамат. Должно быть два. Там еще где-то должен быть. Масло черники. СО2 алоэ вера. Масло семян малины. Масло семян клюквы. И малина, и клюква тоже как природные. Ой, фильтры. Вот еще одна малина. Так. СО2 розмарина. Это кетон малины. Вон ценомат еще один. О, боже. Идите. Ага. Крапивы, инфуз. На каком масле? Не написано. Центеллы СО2. Это азиатский водолюб. Очень классный должен быть экстракт. Так, масло опунции кактуса. СО2 лаванды. СО2 череды. Матирующий агент. Еще один гидролат алоэ. Тыквы гликолевый, по-моему, экстракт.
Гликолевый. Да, гликолевый. Омолаживающие масочки. Там очень много полезностей в тыкве. Имбиря СО2. Так, что у нас? Масса шиповника. Так. Гидролат розмарина. Гидролат чайного дерева. Вот еще две баночки для дозаторов. Вот выходит. Ну, я думала, они будут вместе идти. Но почему-то их отдельно положили. Не знаю, что здесь. Так. Масло ромашки. Ну, тоже, скорее всего, инфуз. Но баночки красивые. Масло абрикосовой косточки 100 мл. Тоже красиво. Баночки хорошие. Так, гидролат василька. Гидролат лайма. Обладает очень вкусным запахом, приятным. Гидролат пальморозы. Мой любимец. Очень вкусно пахнет. Кроме своих полезных свойств, имеет прекрасный запах. Дальше что? Так, семян мака масло рафинированное. Тоже легкий фильтр природный. СО2 каштана. И СО2 шалфея. Также отдельно все. Баночка маленькая. Ой. И накладная, наконец-то, внизу. На все это дело. Очень много СО2 экстрактов. В общем, вот такой вот заказ. Не знаю, почему оно вывалилось из пакетика и помялось, и что-то, видимо, протекло. Ну, как есть. Но зато хорошие баночки, качественные, темные. Вот так.